Добрый день. У нас снова Far Cry 4. Вместе с Аджаем мы... Спасибо, что отрубил пропаганду Мина. Нам сюда. Посмотрим, что тут у нас. Я все время хочу вам сказать что-то новое, что я узнаю по игре, но все время забываю. Вот, например, то, что я хочу купить снайперскую винтовку. Что это, например, я вообще не знаю. Почему тут не пишут, что это... Что это, снайперская винтовка или что? Мне нужна снайперская винтовка с глушителем, потому что я должен выполнять тихо работку свою. Захватывать аванпосты, сраные. О, АМР, АМР. А, ну это слишком жирно. Так, крепости, 4 крепости, осталось 10 колоколен. Да ну не, это того, наверное, не стоит. Может и стоит, а здесь что нужно? Обезвредить бомбы. Ну ладно, может быть, что-нибудь да получится у нас. Так, куда нам, я забыл. Так, чувствительность мыши чуть повыше. Все время забываю. Чувствительность мыши чуть повыше. Интересно. А, давайте посмотрим по изготовлению. У нас необходимо нам... так. Офигеть, у нас почти все пусто. Ну вот, смотрите. Медоед. Рюкзак можно качнуть. Ну вот, вот нам нужен леопард, это точно. Но сейчас все равно мы сюда не походим. Сейчас посмотрим, у нас здесь... Во, леопард тут рядом. Давайте сгоняем, как раз таки тут есть... сейчас я точно прочитаю, как называется эта штука. Я прям уверен. Так, где она? Тут я не помню, сейчас посмотрим. Вот, прям тут рядом где-то. Да, сейчас мы посмотрим. Это надо запомнить все циферки. Так, это на четверке. 3, 2, 1. Ну, все ясно. О, сейчас почитаем. Хм, тут не пишут, что это за штука. Ну, вот как называется. Ну, будем считать, что это аэроплан. Мини-вертолетик. Я забыл, как эта штука называется, честно. Я знал, но я забыл. Так, ну что, отправляемся к тигру. Так, там наши внизу. О, тапир. Нам вроде не нужен тапир, да? О, леопардик. Это он их погнал, наверное, да? Или нет? А где он, кстати? Какой-то звук странный. Непонятно, где. Вот. Эй. Вон он. Да иди сюда, подожди, я тебе сейчас... Давай, жми. Две шкуры сразу нам дадут, блин, хп, правда, потратят. Ну ладно. Три ячейки, не одна, скажем так. Отлично, теперь нам осталось... Сколько нам осталось? Еще две. Ну, может, здесь еще леопард есть, но вряд ли. Столько самка и самец, но я думаю, два самца или две самки не уживутся здесь. Так, а это у нас, кстати говоря, что надо было сделать здесь? Так, как узнать, что нужно было? Сейчас испытаем наш пулемет заодно. Четверочка, офигеть их тут. А что надо было сделать-то? Ну, если, смотрите, если я сейчас, например, возьму гранату, да? Или можно лук взять? А давайте попробуем. Так. Хотя, стоп, зачем лук? Сейчас мы попробуем... А, вот, кстати, навык сверху-то спрыгнуть на них. Ну ладно, зато у нас есть другой навык. Сейчас мы вот что сделаем. Попробуем сделать. Ой-ой-ой. Чуть не заметил, блин. Шикарно вообще сейчас бы подойти к нему, вот к этому. Эй, кто замечает? А я знаю, что надо сделать. Сейчас мы сделаем вот так. Вот и все.
Какая бомба? Где бомба? Тут бомба была? Я даже не видел. А если бы не заметили, я бы так обид... Стоп, а... Можно теперь, да, бомба-то где? А, ну это магазин надо смотреть. Бомба по заданию. Так, вот тут надо еще глядеть, смотреть. Так, Шангрила. Навыки. Вот тут должно быть. Где тут здесь бомба? Вот нет, это не... я, получается, не выполнил, блин. А как выглядит эта бомба-то? Неделя моды. А, я знаю, как выглядит. Вот. Обезвреживание бомбы. Да не может быть. Блин, жалко, я не выполнил, походу. Ну, сейчас посмотрим. Блин! Получается, реально не выполнил. Так. Ого, на калаше 165. Так, ну уровень кармы... Второй это уровень или что это было, не знаю. Так, а нам здесь... Что-то еще можно, видимо, сделать. А, долбануть в колокол. Будем все делать, все, что можно. Так, и подожди. Что тут плыть-то? Тут вон мелко. Зачем плывешь-то? Ой, леопард, ну-ка. Мочи, мочи, мочи. Ну все, два леопарда, четыре шкуры. Офигенно, да? И карму подработали. Ну все, изготовление теперь. Теперь больше можем носить патрон. Теперь нам нужно, ну, дополнительно уже какие-то задания выполнять. А, с этого надо посмотреть. Ой, подожди. Не-не-не. А, мы с этого взяли, я же замочил. Быстро. Так что. Теперь нам нужно пойти за нашим аэропланчиком. Да. Вот он наш мини-вертолет. И отправиться... кстати говоря, зачем он нам нужен, если мы сейчас просто быстрое перемещение сделаем? Ну да, к сожалению, мы его сейчас просрём, потому что они не сохраняются, насколько я знаю. Ну то есть... Вы возродитесь, например, точнее, вы прилетите домой, сохранитесь там, и потом, когда уже в следующую игру запустите, то уже этого аэроплана не будет там. Так, у нас день, и нам нужно... Подожди, где у нас тут задание компании? Вот. Хм, а, вон, все, я что-то не увидел даже. Так... Ну-ка, вот это нам надо тоже срывать. О, магаз тут есть. Здорово. Так, продаем все, что насобирали. Кстати, пробел я нажимал, и он все продает. Давайте для надежности вот так будем продавать. Так. И все, пока. Ой. Ну ладно. Купить боезапас, купить и настроить бронежилет, на что еще? Блин, оружие хочу, пистолетики какие-то. Ладно, давайте вот почитаем. Во! А, нет, это нам не надо. Так, вот это нам нужно, обезвредить бомбы. Блин, надеюсь, это винтовка снайперская, а то, блин... Ну, потом обезвредим обязательно. Так, ну все, до свидания, сейчас мы посмотрим, сколько у нас... Так, снайперская 30-ка уже, офигеть. 240, с ума с... 400! Чё мигает? Ладно. Так, погнали. Блин, почему на карте нет заданий? Не вижу. Блин, где? Где задание? Вон оно. А, на карте есть, просто что-то я его не увидел даже. Опять что ли? Блин, опять ринг. Блин, оставьте мне мое оружие, чего я не знаю. Что, захватили кого-то, я не знаю ничего. Звери голодные, покормите их. А!
Эх. Ты должен убить Пола, ждать больше нельзя. Он уезжает. Освободишь мою семью, я буду твоей должницей. Юму, Пейгана, сдам тебе всех. Все хорошо. Ты с ума сошел? Мои родные умрут в муках. Спаси их, прошу. Нормально, че. Пол устраивает вечеринку в своем логове. Там он уязвим. Мясо ему привозят из соседней деревни. Это твой шанс. Да я вообще могу, как Рэмбо, с пулеметом своим. Иди в комнату для допросов. Найдешь его там. Да ладно. Нам сейчас на карте укажут, куда надо идти. Блин, тут шумно, капец. Все, да. Хочешь на арену сырое мясо? Так, в глаза смотреть. Смотрю. С этим мы все знаем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Круто, что я ванпосты захватывал. Теперь можно быстро перемещать. Блин, вот это не захватило, а? Ну, ё-моё, что ж ты будешь делать-то? Ну, все равно, мне кажется, проще как-то переместиться. Где тут? Мало ванпостов я захватил, надо бы побольше. Вон у нас еще целая карта. Примерно такого же размера. Я думаю, нам, если мы вот так сделаем, сколько нам ехать? 3000 метров. Ну, давайте переместимся, добежим. Может быть, как тут лучше-то переместиться? Ну, наверное, вот сюда. Поэтому. Да. А, кстати, инъекторов надо покупать, наверное, сейчас. Купим, ну ладно, не жалко денег. А, рупиев этих. Что так долго загружается? О, все. Так, магазинчик. Вот прям с магазиком оказался. Купить. Так, это все. Во-во-во, еще забыл кое-что. Уникальное оружие, пистолет. Боеприпасы, во. Смотрим. Во, пистолет не нужен. Это что, штурмовая винт. Ну, у нас пулемет, видимо. Да, то есть у нас все по полной. Во. Взрывные. Блин, ты что делаешь? Почему вверх ускакивает? А если пробел? Ну ладно. Я точно то купил? Огненная стрела, это болты, ну давайте, я не знаю, для чего это. А, не, это, видимо, не то. А, Это, подождите, что-то я еще хотел сказать. А, грены я хотел, пистолеты. А, во, инъекторы, ну давайте накупим их по десяточке. Да нормально, мы богатенькие пока что. Кстати говоря, еще хотел сказать, что валюта здесь в этой игре немного по-другому, чем нежели в третьей части. То есть в третьей части, например, там достаточное количество денег, это, например, ну не знаю, 3000, это много достаточно. Здесь же, как вы видите, у меня 600 тысяч рупиев этих. То есть, ну, видите, какая разница. Но и при том, не такие уж дорогие предметы. Ну, либо, может быть, потому что я как-то грамотно их расходую. А, вот листок зеленый. Ну, давайте его возьмем. Потому что, насколько я знаю, то если мы... Сейчас, блин, тут машина где-то была. Во. То если мы возьмем, если мы сейчас возьмем листок, то потом, когда у нас закончится инъектор, он автоматически, я думаю, восстановится. Ну, создастся. Опять, вот я не понимаю, где тут ящик. Что за бред? А, во, вот что фишка, наверное. Так. Наверх туда никак. На, погнали, вон машинка наша, по-моему. Почему у нас 400 патрон мигает? Что, максимум или я даже не знаю, что? Там он еще зеленый. Вы слушаете радио «Свободный Керат», и с вами радио «Эйрана». 1000 метров, давай офигели. Офигеть. Так, а нафига нам... Блин, давайте здесь проедем, мне кажется. Короля нападают на лагере кочевников. Погнали по пути. Пиратам.
Ну да, круто. Большие парни уделывают детишек. Стой, ребята, мы без того тяжко. Ну только представьте себе. Вот так вот мы сделаем автоматическое автовождение. Там, по-моему, обезьянку нас били. Блин. Почему нельзя во время езды смотреть свой арсенал? Кстати говоря, там аванпост, обязательно должны его обезвредить. Себя построить. Офигеть. Самое главное, мимо аванпоста не проехать случайно так, а то будет не очень приятно. Быстрее! Вот тут зеленые листы еще есть. Их достаточно много. Я хочу сказать, что... Не, да, аванпосты мы... Я думаю, мы мимо него сейчас проедем. Ничего такого нас не заметит. Не будь кочевником в Герате. А самое печальное, что мы не выбираем, где родиться, а принимаем свою культуру и цивилизацию такими, какие они есть. Ну вот здесь, например, что тут? Парень в доме живет, а пахнет как кочевник. Кстати говоря, по-моему, я здесь уже был. Я здесь, по-моему, медоеда мочил. Своего предпоследнего. Или последнего, фиг его знает, я не помню. По-моему, я здесь уже был. Да, вот помню вот эти вот. Бараки. Строения, точнее. Ну, я думаю, по-любому у нас листок изготовится. Так, сейчас. Зеленый. 5 штук зеленых листов. Да ладно, 5 аптечек получается будет. Офигеть. Как круто, что один листок, точнее, 5 листков занимает всего одну ячейку. Это шикарно. Блин, вот этих красных листов, кстати говоря, много. Можно посмотреть. 8 у нас стоит. Ну, я думаю, нормально, в принципе, да. Тем более, я им не так часто пользуюсь. Вы слушаете радио «Свободный Керат», и с вами Раби Райрана. Очень щедро тут листочки эти раздаются, растут. На лагере кочевников по всему Керату. Так, ну, а да. Что, еще один аванпост, что ли? А, да, слушайте, мимо него вообще придется. Ну да, большие парни уделывают детишек. Стой, ребята, так мне хоть, чтобы меня заметили. Ну только представьте себя, Най. Потому что я реально этого не хочу. Но я хочу его тихо с ним разобраться. Где все-то вообще? Ну отсюда, кстати, круто снайперкой сносить их. Очень круто. Особенно если у меня глушитель был бы. Но глушителя, блин, к сожалению, у меня нет. Ну, да это мы... Стоп, подождите-ка. Но глушитель мы обязательно приобретем. Точнее, мы приобретем снайперскую винтовку глушителем. Она будет, я так понимаю, болтовкой. Ну, то есть, с передергиванием затвора. Но зато... Убивать с одного выстрела, кстати, СВД, это же скорострел. Раби Райрана и радио «Свободный Керат». Я в бешенстве. Простите, обычно я в хорошем настроении, но сегодня я взбешен. Знаете, что меня бесит? СМИ. Не я сам, я СМИ то, что надо, а западные СМИ. Ну это чтобы по дороге меня не заметили. А меня даже и так не заметили. Ну уже. Ой, что это там рычит? Кто это там? Все положили на нашу борьбу здоровый болт. Да, и стоит открыть браузер, как тебе предлагают что-нибудь увеличить. Это что теперь? Почему одной рукой рулит? В западных новостях пишут про то, как поп-звезда, удолбавшаяся кокса, с кем-то спит. И так везде? Да заткнись, я уже в зон задания вон приезжаю. Нет, еще, я иду туда. Да ладно, проберись туда тайно. Это важно. Пол крыса, а крысы бегут с тонущих кораблей. Поэтому тебе нужно застать его врасплох. Он устраивает вечеринку. Найди, где он отлавливает новых жертв, и смешайся с ними. Ага, смешаться. Да че, я бы проще вот сейчас бы подобрался к нему, замочил его. Так, а по заданию на что? Проникните на склад. Ну, легко, но для начала нам нужно... Я так понимаю, нам все тихо надо сделать. Мне так кажется, насколько я понял. Там даже... Собака, ё-моё, офигеть. Блин, да их дофига здесь. Я хочу сказать. Я даже не знаю. Ну, давайте попробуем вот этого. Блин, а это вообще с ножа можно. Какого ножа? С лука. Во! Вот так вот. Бабах. Все шикарно. Но... Неохота рисковать. Чуть не запалили меня. Я надеюсь, нам... Я, точнее, не то, что надеюсь, я думаю, что нам нужно все это тихо сделать. Блин, музыка меня немного отвлекает, мешает чуть-чуть.
Как вы думаете, его... Ну, если только в голову ему. Блин, а сюда, я думаю, еще один чувак. Ну, тут он один, в принципе. Блин, только бы не заметили. Блин, не хочу, чтобы меня заметили. Блин, я хотел чувака этого с собой взять, а там собака гавкнула, я же обосрался. Собака меня спугнула. Блин, запалили, а. Ну ладно. Кто не спрятался? Я не виноват! Да ты офигел, что ли? Так, вот тут идет чувачок один. Сейчас мы его попробуем минусануть. Ну, я так понимаю, тихо все равно не получится у нас. Так, вот там куда-то бежит, блин. Вроде не запалило. Не попал. Так, вот этого должен снести сейчас. Нагнулся, козел, а, видели? Ладно, ловите тогда гренку вдвоем тут. Офигеть, никого не зима. Никакой пощады! Я просто не хочу. Все, запалили. За короля мина! Ну все, да. Плохо я сделал. Надо было вообще как-то проникнуть так. Тихо. Вы заметили, я каждое задание заваливаю. А это все потому, что знаете почему? Потому что я не пометил всех врагов. Аджай, моя семья с тобой? Нет еще, но я иду туда. А ладно, проберись туда тайно. Это важно. Тайно, сказал. Он крыса, а крысы бегут с тонущих кораблей. Поэтому тебе нужно застать его врасплох. Он устраивает вечеринку. Найди, где он отлавливает новых жертв, и смешайся с ними. Вроде не слышали. Так, берем лук. Не, не будем минусовать, я думаю, потому что они вообще малейшего звука слышат. А, значит, нам нужно как-то... Блин, как туда пробраться? Это капец, там их дофига вроде. Ну, именно в этой точке. Собаки эти что-то лают, блин. Непонятно, по какой причине вообще. То есть, непонятно. Да, действительно непонятно. То ли они лают меня чуют, то ли просто, ну, знаете, гавкой. Типа, знак того, что там есть собака. Но они достаточно... Достаточно мешают. Блин, ну сами посмотрите, как я туда попаду? А, все, понял. Короче, я в машину должен залезть. То есть я, походу, по-любому задание провалил бы. Даже если переминусовал всех. Хотя фиг его знает, может быть, надо было просто замочить водилу и сесть в фургон. Вряд ли надо вот тут как-то перебежать. Не-не-не, не хочу, чтобы меня замечали. Это было бы очень неприятно. Я просто хочу обойти вот там поверху. Мне кажется, это из этого что-то может получиться. Конвой бы здесь не проезжал. Да, здесь они нас вроде не замечают. Так что давайте прям вообще наверха. Ну. Да, вот так как-то. Блин, отсюда вообще снайперская позиция, но... Сами знаете, у меня СВД, у которой даже глушитель нет. Понятно, почему. Все, здесь идем на корочках, тихо. С луком я, потому что если вдруг кто-нибудь заметил нас, начинал замечать, минусануть его тихо. То есть, а, больше, чтобы было больше... Больше вероятность того, что... Больше вероятность того, что нас не заметят при убийстве какого-нибудь противника. Ну, если мы его замочим. Так, вот тут опасно достаточно. Все, я провалил.
Ну, блин, вы, ребят, вы это видели? Это вообще жестко. Настоящее жесткое вообще это. Такой пипец. Ну, бывает, что я могу сказать еще. Ну ладно. Так, а тогда давайте. Нет еще. Но я пройдем. Иду туда. А, ладно. Проберись туда тайно. Это важно. Пол крыса, а крысы бегут с тонущих кораблей. Поэтому тебе нужно застать его врасплох. Он устраивает вечеринку. Найди, где он отлавливает новых жертв, и смешайся с ними. Ну, желтенький — это знак того, что нам нужно идти туда. Не, ну вы это все сами видели, я даже не подозревал, что там кто-то... Точнее, я подозревал, но... У меня не было больше других вариантов. Блин, это честно. Вон он, давай, засекай его сразу же. Ой, отлично, блин. Как бы их минусануть-то, а? Слушайте, ну, вот это проблемка. Даже непонятно, нужно ли их минусовать. Собака по-любому заметит, если я сейчас... Слушайте, ну, по сути, смотрите. Он, они друг друга не видят. То есть, если я вот сейчас убью этого, затем подойду к тому, они вроде бы не вертятся, правильно? Собака тут ходит. Так, а тот я вообще почти не вижу. Так, собачка. Блин, обернулся, да? Ну хорошо, сейчас тогда мы этого замочим. О, опять он обернулся. Ну, только бы не сюда ушел. Ну хотя наоборот, лучше бы он даже сюда подошел. Ё-моё. Блин. Ну вот можно сейчас вот того замочить. Не-не-не, он... Вот он сейчас выйдет сюда, увидит напарника. Я прикончил. Вот сейчас, по-моему, хороший шанс. Не очень хороший шанс. Сейчас, подождите, ребят, подождем, пока он зайдет внутрь. Нафига мне такой прицел? Надо обычный. Коллиматорный. Она говорит только за богача. Во-во-во-во-во. Вот убью Дима, получу награду. По сути дела, даже убьем его, считай, выиграли войну. Ёб твою дивизию, еще один, офигеть. Стрелу забираем. А, стоп, у нас же есть вот что. Там один, да? Ну, садись, блин, тяжеловес, походу, да? Нет, обычный, ну просто он бронированный. Привлекать внимание камнем тоже не стоит. Блин, его бы не увидели там. И стрела вряд ли на него подействует, хрен знает. Единственный вариант — в голову. Блин, хрен знает его. Как его поймать? Подловить бы. Есть вариант, надо вот... Промахнусь — жопа будет, чуваки. Больше тут никого вроде не должно быть. Так, нам некогда. Фу, хорошо, что не самим нужно было заходить. А заскриптовано было, а то бы я точно облажался. Я навещу Пола. Помни, Аджай. После всего, что он сделал, он нужен нам живым. Но будь осторожен. Если сможешь, сфотографируй комнаты, где он пытал людей. Пусть все знают, что он за чудовище. Нам надо открыть людям глаза. Ой. Да, и будь осторожен. Ты нам нужен. Ой, чё ничего не видно-то? О, новый уровень, наверное, нет? Ну, скоро будет. Так, ну что? Сфотографируйте камеры для допросов. Это все мы сейчас делаем. Так. Для начала будем вот таким вот образом работать. Блин, реально ни хрена не видно. Во.
этот руб, как он называется? Да, охотник. Почему-то. Так, ну ладно, сейчас будем оценивать обстановку. Здесь по-любому подсадиться можно. А знаете, что проще сделать? А мы сейчас, знаете, что сделаем? А мы сейчас потратим наш эликсир. Фото нам нужно сделать. Блин, на какой цифре он находится? На... Не знаю, на какой цифре, даже тут не пока. Ну давайте, используем. Чтобы вот здесь вот осмотреть, нет ли здесь никого? Вон они все. Офигеть. Да, не так-то их много вроде. Так, ну здесь бочки, значит, по-любому мясо какое-то должно. Блин, а вот интересно. Они сейчас исчезнут, сейчас действие моего этого эликсирчика закончится. Как вы думаете? Не, смотрите, они так и стоят. Блин, отлично. Ну что будем делать? Блин, музыка реально отвлекает, шумит, капец как. У меня есть идейка. У меня есть очень хорошая идейка. Вот это можно снять. Но я не знаю, они увидят когда? Или как они там стоят-то, неизвестно даже. Ну, конечно, их чем меньше их, тем лучше. Блин, они, я думаю, могут увидеть, это точно. Но наверняка они увидят. Не, ну послушайте, а другого-то пути нету. Хотя вот подождите, вот мы же здесь как-то, мне здесь не пройти. Эх, что же делать-то? Они по-любому увидят, как он упадет. Что с ним там произойдет. Ну, по-любому же увидит. Ну, что ж тогда. Может быть, надо вообще с другой стороны где-то обходить. Камень не вариант, потому что они все тут сейчас нас насторожатся. Так что по-любому надо, знаете, что? Ну, может, они его не заметят, а как вы думаете? Давайте попробуем, реально. Ну, попробуем. И ладно, сольем так сольем. Зато будем знать. Либо обойти с другой стороны как-то. Тут тоже опасно достаточно. Хотя... Вот этого еще не пометили. А, заложено. Не, как-то... Блин. Черт. Блин, пробежался называется. Офигеть. Обожаю, блин. Ну ладно вам, птичка пробежала, чего вы, я не знаю. Это что, танцует или что он делает? Что-то похожее на танец. У нас есть шанс. Как вы думаете, его здесь не заметят? Будем надеяться, что нет. Так, а вот здесь уже новая какая-то территория. Здесь, походу, я... Чё так громко? Что это, блин? А мы сейчас еще кое-что сделаем. Бам! Да ладно, неужели никого нет? Ну там четвертый, я что такое за
желтенькие. Непонятно что. Так, ну что, нам... Да, нам. Нам. Куда ты, ёпперсты? Так. Боюсь, заметят. Да ладно, он один там, что ли? Давайте для надежности еще используем эту штуку. Он больше никого не засек, поэтому у нас есть шанс. Ну, как же громко. Ни хрена просто не слышно. Честно говоря, ой-ой-ой. А вон там еще двое. Но это надо куда-то кинуть. Да, только. Сюда давайте спрячем. Так, ну вот добрались до... Сейчас доберемся. Так. А, так. Нам нужно... Блин, куда, как войти, ее просто. Во, по-любому здесь как-то. Должны запалить, ну ладно, давайте. Давай, ёб, куда дальше, говорите мне. Сейчас, секунду, надо кое-что осмотреть. Здесь не... Или здесь можно как-то. Блин, как же туда попасть? Вот незадача-то.